Владик, помаши ручкой. Вот подъезжает наш фуникулер. Мы заходим. Заходим. Так, Владик. Вот наши neighbors. Кать. Сейчас улетим. Только фотку я не буду. Ну что? Я так думаю, долго ехать. Давай пока выключим. О, едем. Это вот фуникулер, да? Представьте, если бы эта тележка сейчас упала. О, тут даже окошки это. Открываются, закрываются. А если бы эта тележка сейчас упала? Владик, мы все умрем. Особенно с той горы. Во, во, это вот нам туда, короче. За облака. За облака нам. Да, за облака получается. Ну-ка, а во, если эту открыть, так лучше, наверное, снимать. Открой, будет. Да, конечно. О. Мы от солнца-то уже... Слушай, а дай я в это... Куда в кого? Вот. Ну, не надо мне снимать. Ну, она поснимай сама. Ну, давай я тебя поснимаю. Ну, вообще все поснимай, что хочешь, а я попью пиво. Слушайте, это первый раз в моем жизни, я на такой кинобейсинг готовлю. А вон, смотри, море, Кать, вон море снимает. Мы все здорово. Сейчас упадет. Упадем, мы все умрем. Ну не надо. Взорвется тележка, все эти взорвутся. Смотри, море. А ты прикинь, если бы вышка там была. Ну, смотря, а вниз страшнее ехать, чем вверх. Смотри, как быстро летят. Может, там останемся? Где? Наверху. Мы там останемся, мы не спустимся, потом у нас окончено времени будет. Все только если спускаться. Джунгли. А что такое? А найдет запись-то, Леша? Кнопка, если, например, Леша, найдет вообще запись-то? Да, идет. Это парашют, вот, пап, в нем откроешь, там парашют. Парашют? Я боюсь, там застрелять. Смотри, водопад, Катя. Руку пальцем не надо показывать. Водопад, смотри. Пальцем не надо. Ну, я как этот, как правильный, мизинцем показываю. Так, а где водопад-то? Не водопад, только не вырыни таблетку-то. Видишь, ага, водопад. Вот водопад. Снимай. Вообще офигенно. Лучше. Смотрите вниз, как с открытой. Смотри. А вон смотри, островок какой, прям море. Сними море, островок, смотри. Вот офигеть. Мне нравится с кирпичными крышами, вот это этот с красным. Далеко от нас, я прям знаю. Получается, мы на архипелаге. То, что не пошло, я опять... Нет, сейчас он нормально, раньше его хуже. О, по-русски разговариваете. Так да. Я сразу слышу. А я что-то не слышал. Папа, ну, папа, тихо, тихо. А вы откуда? Казахстан. А, Казахстан. А он водопад. Уши затыкает? Тихо. Давай, еще у меня есть настава. Ну давай, снимай так. Мама, у меня до облака даже уши затыкают. На. Да в принципе, что, можно уже это вырубать там. Ну вот, конечно, да, сейчас. А надо паузу поставить. А, вот сейчас вот самый высокий точек.